Поздравляю вас всех с Новым годом. Я всегда желаю в 2022 году говорю здоровья, здоровья, еще раз здоровья, потому что будет здоровье, будет счастье, будет любовь, будет достаток. Ну а сейчас переходим с вами к самому торжественному моменту, к фейерверку. Вот и закончился 2021 год. Он был богат на события, как на хорошие, так и не очень. А что же ждут от нового 2022 года жители Магадана, мы узнаем прямо сейчас. Я поздравляю магаданцев. Я не скажу, что было, я скажу пусть. Пусть в этом году, 2022, будет только счастье, успех. И, соответственно, самая наша большая проблема – это коронавирус, чтобы он от нас отступил. И чтобы просто все были счастливы. Ура! С Новым годом! С Новым годом! Желаю счастья, здоровья, везения, удачи, благополучия, терпения, зеленого света везде и во всем. И чтобы все мечты сбывались. Всех магаданцев с Новым годом! От всей души всех магаданцев поздравляем с Новым годом! Желаем здоровья, счастья, не унывать!